Ребята, всем привет! Сегодня я сделаю, постараюсь короткое видео такое записать и ответить на самый популярный вопрос, потому что неохота постоянно тратить время и отвечать на него буквально в каждом видео, под каждым видео. Смотрите, сегодня расскажу, сколько я заработал в Артере, сколько я зарабатываю, как это все происходит, потому что новичкам очень важно это все знать. Смотрите, давайте сразу переходим. Сколько всего заработал? Смотрим здесь весь портфель, вот этот справа. Фиолетовый такой квадратик, можно сказать. Всего заработано 65 609 монет. В рублях это 6594, 564 рубля, 870 рублей. Короче, 6,5 миллионов рублей. Что я с ними сделал и как я с ними распорядился, тоже вопрос. Смотрите, часть, естественно, я их вывел, что и всем рекомендую. Часть я отправил на делегирование, на кошелек делегирования. На данный момент на кошельке делегирования, смотрите, 25 тысяч монет. Они приносят 183 монеты в день. Давайте посмотрим, сколько это в рублях. 183 монеты умножить на, по-моему, 105. Сейчас такой средний курс. Возьмем 105. Это получается 19 215 рублей в день. То есть такая средняя зарплата в день капает. Смотрите, тоже спрашивали, сколько это в месяц, это чисто на пассиве, опять же, ребята, это только один из заработков. Смотрите, на пассиве получается в месяц 576 450 рублей, ну, чуть больше полумиллиона. И примерно столько же, это один только заработок. Смотрите, с делегирования вы отправляете эту сумму и можете либо выводить ее каждый день на основной кошелек капает, отсюда можно выводить, продавать монеты, либо закидывать на кошелек делегирования, так называемое ределегирование, и вы будете увеличивать эту сумму. Я часть, естественно, ну, ределегирую, увеличиваю эту сумму, хочу тоже довести там до 50 тысяч монет там, в ближайшее время, чтобы увеличить чисто пассивный доход до миллиона довести, потому что, ну да, хорошо всегда на пассиве зарабатывать, я думаю, никто не откажется. Смотрите, но это только один из заработков. Смотрите, основной заработок, естественно, это вот с делегирования команды, это партнерская программа, которую всем рекомендую заходить именно на партнерскую программу, не только на делегирование. Стоимость $25 в месяц. Многие спрашивают, ну блин, каждый месяц платить. Ребятки, это вы не просто заходите на проект, вы строите свой бизнес. И $25 в месяц вы, во-первых, платите один раз, потом уже вы, получается, платите, оплачиваете эту абонплату, так называемую. Можно назвать это абонплатой уже заработанного или с делегирования, или с того, что вы заработали на партнерской программе. Напоминаю, у нас в команде мы обучаем именно заработку на партнерской программе, естественно, правильному делегированию и получению пассивного дохода. Так что, опять же, $25 можно один раз заплатить, вы плюс еще и получите доступ к академии. Академия там просто бомба. Вы, ну, такие обучения по данным там, криптовалюта, как строить команду, основы криптовалюты, блокчейна, основы заработка именно на криптовалюте, на таком тренде, ну, даже не сегодня, ну, не этого года, а вообще там, я думаю, ближайшего десятилетия, потому что вы сами видите, да, там Сберкоин уже там, правительство России там собирается тоже все оцифровать, там сделать свой коин, я даже не знаю, как они, рубль, наверное, на блокчейне сделают, не знаю, как назовут, посмотрим, нам, в принципе, как бы мы сами это увидим в дальнейшем. Смотрите, ребята, дальше, опять же, подчеркну, что основной заработок идет, он где-то там, ну, может быть, даже намного больше, чем пассивный заработок. Здесь его сложно посчитать, потому что надо, вот смотрите, буквально 2 раза в минуту прилетает вознаграждение, там, через 2 минуты, смотрите, это даже не раз там в час, не раз там полчаса, здесь несколько раз в минуту прилетает, там, или через 2-3 минуты. Бывает там по несколько раз там, ну вот смотрите, эти суммы, если считать, это просто будет, ну мы, конечно, с вами задолбаемся, но это основной заработок. И чему мы учим именно на нашем обучении от нашей команды? Обучаем строить команды. Первое, ребята, это даже не просто обучение там построению команд, там каким-то там партнерскому бизнесу. Вообще мы учим даже азам правильной коммуникации.
Один из известный миллиардер сказал, что нет проблем с деньгами, есть проблема с коммуникацией. Вы сами знаете, да, кто умеет хорошо доносить свои мысли, кто умеет хорошо строить отношения с окружающими людьми, те зарабатывают в разы выше. Посмотрите на свое окружение, вы сразу поймете, что это не пустые слова. Поэтому, ребятки, насчет заработка, еще что там спрашивали, сколько людей. Ну, смотрите, объем монет в команде тоже спрашивали. Почти 1,5 миллиона, и в рублях это 142 миллиона 818 тысяч 242 рубля. То есть практически 2 миллиона в долларах получается. Это, ребята, насчет того, что как люди доверяют данному проекту, не доверяют. Смотрите, только в моей команде куплено практически на 2 миллиона монет, и люди все зарабатывают. То есть вы не думаете, что там эти все люди такие глупые, которые просто взяли 2 миллиона, отнесли суммарно и ничего с этого не зарабатывают. По заработку я уже показывал, что вот буквально каждую минуту прилетают заработки. И еще напоминаю, здесь больше 4 видов заработка в проекте. Два основных я рассказал, это с делегирования и построение команды. Есть еще, я не буду рассказывать, потому что там сложно просчитать. Я когда-то снимал даже отдельный ролик по заработку с ноды. Это тоже один из пассивных заработков. Есть еще заработок с раздачи памяти и с интернета. Я тоже не буду в этом ролике там заострять это. Ну, это все суммируется. То есть, скажем так, просто больше 1 миллиона рублей в месяц я зарабатываю на данный момент. Это если брать и пассивный доход, и активные все виды. Точно, сложно подсчитать, но основную цифру вы увидели, я вам показал все. На этом, я думаю, не буду я дальше там растягивать данное видео, потому что хочу коротко, я думаю, ответил на все эти основные вопросы, сколько зарабатываю. Это видео будет под остальными, чтобы не отвечать каждый раз. Буду просто давать ссылку. Ребята, если вы хотите зарабатывать, начать хорошо зарабатывать, я советую присмотреться к данному проекту. Пишите, ссылки будут под видео на контакты мои, мой телеграм-канал. Заходите, следите за успехами, опять же, наших ребят. Есть результаты, специальный канал, чат, где ребята делятся своими результатами. Смотрите, потому что очень много людей изменили свою жизнь и стали зарабатывать очень хорошие деньги. Позакрывали кредиты, купили там машины себе, дома. Они просто изменили свою жизнь. Они потратили, конечно, это не сказки, я не буду вам рассказывать, что это там все легко, просто, вы зайдете и сразу будете получать миллионы, там 100 иксов сделаете. Нет, ребятки, здесь, естественно, нужно будет и пройти обучение, и инвестировать свое время, так сказать, не только деньги сюда, и сидеть просто. Но зато результаты вас очень сильно порадуют. К тому же, я, опять же повторюсь, я больше 10 лет зарабатываю в интернете, и я на данный момент не качаю уже больше полугода никакие проекты, потому что считаю данный проект, исходя из моего опыта, самым перспективным. Я считаю, что здесь, с чем это сравнить, это Apple в самом начале, потому что, во-первых, лидер очень серьезный, это не какой-то там скамный проект, там админы скамных проектов, человек, который за свои деньги создал именно блокчейн-продукт. Здесь есть настоящие продукты. Они рассказывают вам мифы и сказки, что они торгуют на каких-то там форекс-биржах, там каком-то хрень рассказывают, там, ну, какие-то перекупают монеты, продают, там, трейдерством занимаются. Все это мифы, сказки, вы сами знаете. К тому же вы видите, куча проектов сейчас скамятся и все распадается. Здесь проект, я считаю, что он на века. Люди делали его для себя и для тех людей, которые реально приходят зарабатывать, а не просто там прийти в очередной хайп, сорвать там какие-то 2 копейки. Ну, а большинство теряет в основном деньги. Поэтому хотите, ребята, зарабатывать серьезные деньги, контакты под видео, пишите. Будем с вами разбираться в данном проекте. Будем вас обучать и будем выводить вас на серьезные заработки. Кому понравилось данное видео, ставьте, естественно, лайк. Подписывайтесь на мой канал. Пишите в комментариях вопросы, ребята, если какие-то остались. Все, на этом все. До новых встреч.